Добрый вечер. Добрый. Откуда вы будете? Республика Бурятия. Бурятия, Улан-Удэ? Да. Из самого, да, Улан-Удэ? Да. Ясно. Как у вас там? Как живется в Бурятии? Прохладно. Прохладно, ужасно. Прохладно, ужасно живется? Да. Почему ужасно живется? Потому что есть политические проблемы. Угу. Да, они есть. Вы это называете проблемами политическими, так? Но политические проблемы влияют на жителей. Так, как на вас повлияло? На нас? Ценами? Сильно выросли? Да. Понятно. А зарплаты не вырастали? Не переключайте, давайте поговорим. Нет, я не переключаю зарплат. Зарплаты не увеличили на небольшое количество, но тоже увеличили коммунальные цены. Угу. Услуги. Понятно. А насколько я знаю, именно из Бурятии, да, едет воевать очень много людей. Это чуть ли не этот как, да. Чемпион по, да, по областям, если брать. Да. Ясно. У вас кто-то воевал? Да, воевал. А кто? Ну, там, друг, он родственник? Погиб уже, отец. Отец? Да. А чё ж он пошел туда? Он пошел сам. Добровольцем? Да, добровольцем пошел. Ему что, делать нечего было? Ну, потому что он служил в тяжелых войсках. Поэтому пошел добровольцем. Так если отец, он, наверное, уже на пенсии был, да? Тем более, если военный, по-любому на пенсии. И что он ему не был на сиделось на пенсии, да. пенсии? Куда его... Ну, потому что он уважает Российскую Федерацию, поэтому пошел. Ой, Российская Федерация только его не уважает. Не считаете так? Это его решение. Ну, это его, конечно, решение. А вы поддерживаете спецоперацию? Я даже не отвечу на этот вопрос. Почему? Ну, как? Как вам сказать? Не пойдет воевать, не прав, пойдет воевать. Это его решение. Не могу противового слова сказать, не-не-не, правильно? Не, я спрашиваю не про отношения, не про ваше отношение к решению вашего отца, а ваше мнение по поводу происходящих событий. Поддерживаете действия России вы лично или нет? Конечно, конечно, да. Поддерживаете? Почему? Потому что. Прекрасное объяснение. Почему все-таки? Ну, это все равно должно было когда случиться. Почему должно было случиться? Расскажите. Как, почему? Ну, уже к этой войне уже давным-давно, это уже время шло-шло. Ну, какие были причины для того, чтобы... Около 7-8 лет эту войну уже ждали все, и это случилось. Ждали все? То есть вы прям сидели и ждали, типа, вот, скоро ну, война, скорее бы война? Потому что были политические проблемы. Были политические проблемы, и их не могли никак решить. И все это шло к войне, и уже об этом не раз говорили, и ничего. А кто устроил политические проблемы? Украина же пошла против нас. Украина пошла? Куда она пошла? Украина никуда не пошла. Украина была на своей территории, а Россия к ней пришла зачем-то. Ну, потому что начали всякие ставить условия и тому подобное. Я политическую, то я не собираюсь лезть, я не лезу. Вы хотите у меня знать какую-то информацию? Нет, у вас информацию... Я просто хочу понять, как бы, ваше мышление. У вас... отец, и вы даже после этого не разобрались в вопросе почему-то. Вас не интересует, из-за чего погиб ваш отец? Ну, потому что Украина от нас отвернулась давным-давно, и когда началось это, даже... Это этот выбор год, Украины. Это выбор Украины. Это независимое государство, которое вправе решать само, кому поворачиваться... Вот мое мнение, что Россия начала заступаться. Это
Украина начала нападать дальше. Мы начали завоевывать свои земли обратно, которые были нашими. Какие И земли это были было вашими? правильно. Какие земли были вашими? А вы будто этого не знаете. Я должна это все повторять. Донбасс, вы имеете в виду? Донбасс – это украинские земли. Тот же самый, который Крым мы забрали, правильно? Вы, Это же был вот, вы Россия. правильно говорите, забрали. Именно забрали. Да. Потому что он был наш. Это, с чего он был ваш? С каких Он вообще был даже. вещей он был ваш? Сначала был наш, потом он ушел на Украину, и мы его обратно забрали, Крым. Нет, Когда... ой, давайте вспомним про Османскую империю. Когда-то Крым Турции принадлежал. Ну, Османской империи, в смысле, да? Почему Турция не попыталась забрать свой Крым? Как вы считаете? Может быть, потому что в Турции нет фашизма, в отличие от России? У нас нет никакого фашизма. Если у нас был бы фашизм, мы бы уже давно эту Украину шатали бы. Мы не бьем, потому что там есть мирные жители. Почему мы, ваших мирных жителей, там с Украины забираем себе? Хорошо, смотрите, тут 29-го... Не переключай. А ты переключилась. Добрый вечер. Добрый вечер. Откуда будешь? Откуда будешь? Сибири. Так, замечательно. Я тоже в Сибири. Откуда именно? Именно. Ну, с Кузбасса. Это я поинтересуюсь, а что ты вообще делаешь? Я просто провожу. Ладно. Я А, просто я провожу. русский положил. Сегодня 2 года, как началась полномасштабная война в Украине. Как считаешь, Россия права или нет? Вообще, я считаю в том, что вот такие люди, как мы, то есть вы и я, то есть даже не участвовали на СВО, то есть специальной военной операции, то есть мы ничего не можем, мы не имеем права ничего говорить. Мы не правительство, мы не государство, мы этим не, как бы не управляем, ничего как бы не делаем. Рабыня Изаура. И все, мы просто люди. Мое чисто мнение в том, что, ну, я не считаю, что кто-то мог быть прав, не прав. Смотри, в России, согласно Конституции, да, власть принадлежит, ну, типа, народу. Вот, то есть у тебя, как у представителя народа, у вас, можно вы, должно быть какое-то, ну, мнение, наверное, все-таки. Правильно делает, ваш президент, которого вы выбирали, или неправильно? Я как понял, вы украинец. Нет, я Нет, я россиянин, россиян. я родился в Томске, неподалеку от. Не, просто странно то, что у вас украинский флаг на сзади, или это. Я 5 лет жил в Украине, и потом был на линии фронта, меня моя страна была под Бучей. Слышали про Бучу, наверное? Нет, чисто слышал про Бахмут. И все. И вот получается. Под Бучей тоже было страшно. Да, ну у меня отец, получается, там отвоевал. То есть отец получается оккупант еще. Ну как, он скорее всего зэк, который сюда 16 лет, пришел Пригожин и их, короче, всех А, забрал. вон он на чем. Да. Охренительная история вообще просто. То есть, а за что он сидел? Сидел. Ну, я думаю, это все-таки не надо вспоминать. Ну, Ну, если 16 лет, то что-то серьезное. так-то 21 год ему сроку дали. 21 20. с хера себе. И вот он пошел, короче, еще, то есть для того, чтобы получить свободу, он пошел еще людей в другую страну. Пиздец. Почему? Он хотел, во-первых, ради меня выйти, потому что он хотел меня как бы как минимум увидеть. Это, конечно, нифига не смешно. Представьте. Это нифига не смешно, что когда человек идет убивать людей в другую страну ради того, чтобы, ну, может быть, не стоило просто как-то преступление совершать. Преступление? Да, ну, чисто мое мнение, я не считаю это преступлением, в то, что как бы между собой два государства воюют. Не-не-не, я сейчас про 21 год срока. Там явно что-то было серьезное. Возможно, да, возможно, нет, еще даже ну, толком еще не вскрылось ничего. По факту, как мне говорят все, просто был, ну, очень была жесткая подстава. Что там другие люди, то есть, натворили, и было выгодно сбрить моего отца, чтобы он отсидел, потому что я как-то человека встречал знакомого. То есть мы с ним как-то разговаривали, и в итоге он мне что сказал? Как твоего отца зовут? Ну, то есть он меня спрашивал, как меня зовут, то мои родные, все дела. Я ему, то есть, ну, рассказал все про это. Ну, то есть он у меня сидел, странно смотрел, во-первых, он говорит, я знаю твоего отца. Я говорю, в смысле? То есть он говорит, если бы не он, я бы сейчас до сих пор сидел. Так, и в итоге что, он вернулся?
Да, вернулся. Я с ним как бы сейчас регулярно А общаюсь. как, подожди, их там просто так не отпускают? То есть либо по ранению там было что-то, да, или как? Или как? Почему он отвоевал свой... Ну, то есть он по контракту пошел. Он год отвоевал и вернулся обратно. Сейчас, то есть он просто работает, живет как обычный человек. Да. Прекрасная история, конечно, да. А вы сейчас этот допрос просто ведете, да? Почему допрос? Опрос. Не, ну, опрос, да. Короче, вот что я имел в виду. Вы это записываете, да? Конечно. Конечно. И куда это попадет? В YouTube. В YouTube. Уже. YouTube-канал? Уже, да. Что за YouTube-канал? Да какая разница? Да просто интересно было бы посмотреть. Да, ребята, это пипец. Нет слов просто. Я провожу вопрос. Как считаете, Россия права напав на Украину или не права? Ой, я не могу вам на этот вопрос ответить. Почему? Не знаю. Сами не знаете, почему не можете ответить? Я не разбираюсь в политике, поэтому некомпетентен в этом вопросе. Печаль, прискорбно. Это надо разбираться во всем этом. Ну За что, да, про это же что, так почему. нужно разобраться. Скажите, а вот если бы вы захотели разобраться, то ну, куда бы вы пошли бы разбираться? Каким источникам вы доверяете? Ой, вы знаете, куда бы я ни пошел, везде, мне кажется, будет обман. Это невозможно в этом разобраться. Невозможно. Это нереально просто. Угу, нереально. Хорошо, а как считаете, вот нападать на другие страны, это ну, хорошо, правильно или нехорошо и неправильно? Я думаю, это ответ риторический. Конечно же, нет. Ответ риторический. Так, нападать, это плохо. Так, с этим определились. Россия напала на Украину, как считаете? Знаете, я просто думаю, что Россия никогда ни на кого не нападала. А тут как-то вот получилось, да? Или так и не считаете? Смотрите, армия России в Украине находится сейчас? Да. Так, А находится. нет. Или да, или нет. Да, находится. Так, находится. Если армия России находится в Украине, стало быть, она напала? Так? Блин, ну я же говорю, там надо читать документы. Нет, документы это все хорошо и замечательно, да. Но я сейчас просто вот прямо вот по верхам. Если армия России находится в Украине, значит она, ну, видимо, напала, иначе, ну, что она там делает? А нападать же это плохо, вы сказали. Ну вот. То есть, Ну, получается, Россия не знаете, права? я ну, их приняли там, присоединили там, я не знаю, как это было. А, ну что... Путем референдума, или как это происходит? Референдум. А референдум был... Голосование, референдум. Законный был референдум? Ну, наверное, законным. Не может такие вещи. Кусок земли большой присоединить Не к другой может. стране. Такого Так, не может быть. давайте сейчас разберемся. Скажите, выборы в России, они проходят законно, по-вашему? Тут есть там вбросы, что-то такое? Бюджетников, может быть, заставляют голосовать? Или там рисуют цифры? Есть такое? Или кристально честные По-любому, выборы? знаете, кристально чисто и честно, мне кажется, в наше время ничего не бывает. Так, то есть какие-то все-таки есть, да, махинации на выборах? Ну, это опять же, это предположение, а что там как по факту. Ну, как вы считаете, я же... Ну, я не хочу на этот вопрос вам отвечать. Боитесь? Нет, просто не хочу. Просто не хотите. Угу. Да. А к чему вы мне про этот вопрос-то начали задавать, что Россия Я к тому, напала, что еще что-то? если в самой России проводятся выборы, как бы незаконные, да, Путин там обнуляет себе сроки президентские, да, там меняет конституцию под себя, вот, на каждых выборах ему рисуют 75%, там, ну, 76, 77, там, когда как, там, когда, какое настроение там у царя.
Вот. То почему вдруг Россия на чужой территории, куда она пришла незаконно с армией своей, вдруг законные референдумы провела? Честные, прям с чего бы, как считаете? Если вот внутри своей страны беспредел полный, то почему же вот на чужой территории Россия честные выборы провела? Я не знаю ответ на этот вопрос, поэтому вам следует с кем-нибудь другим. Я просто не разбираюсь в этой политике, не лезу там ни. Конечно, да, естественно. В общем, попробовал поговорить с ним вот просто как с детем.